Учитель географии и биологии общеобразовательной школы поселка Биокомбинат Марина Шельменкова представляет проект «Экологическая тропа». Это около 800 метров лесной дороги недалеко от школы, на которой ученики могут ознакомиться со всеми объектами, необходимыми для изучения биологии. Старшекурсники проводят экскурсии для еще маленьких школьников. Лесная вырубка, участки смешанного леса, поляна и цветочная клумба становятся объектами исследования для учеников. А в дни здоровья тропа становится площадкой для образовательных игр и различных испытаний. Свой проект Марина Шельменкова презентует на втором этапе конкурса «Наше Подмосковье». Я думаю, что наш проект тоже, в общем-то, заслуживает внимания. Это же все-таки будущее, это детки наши, которые должны быть активными. Дни защиты проектов на премию губернатора «Наше Подмосковье» проходят во всех муниципалитетных образованиях Московской области. От Щелковского района подано больше 2000 заявок. Это в два раза больше, чем в прошлом году. По количеству проектов наш район вошел в пятерку лидеров. Проекты рассматривались в течение 3 дней экспертным советом. В него вошли представители Главного управления социальных коммуникаций Московской области, общественных палат региона и района, куратор премии от муниципалитета. Слушания проходили в будние дни, и не все соискатели смогли присутствовать на защите проектов. Но это отсутствие не означает, что они не будут претендовать на губернаторскую премию. Будут рассмотрены все проекты, поданные в сроки и реализованные на территории района. Мы все это понимаем, но я еще раз говорю, что это просто шанс показать свой проект. А специальная комиссия, она будет осматривать, независимо от того, был человек на защите или нет, обязательно все проекты. Наша задача – показать эти проекты, дать площадку людям, чтобы они высказались, и чтобы самые яркие проекты заблистали, их заметили в области. Марина Позднякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».